ехать. Сейчас мы едем за 20 километров от Каша, от города Каш, где мы сейчас отдыхаем, остановились, снимаем. Едем на один из самых знаменитых пляжей, который называется Капуташ. По прогнозу погоды вроде обещают, что на следующий день будет дождь, поэтому мы не стали ждать следующего дня и поехали в тот день, когда узнали, что завтра будет дождь, чтобы что-то нам хотя бы снять. На такую даль ехать, к самому красивому пляжу Турции, одному из самых красивых, и попасть в дождь, это было бы вообще не камильфо для нас. Поэтому сейчас мчимся по красивому побережью, сейчас я вам все покажу, и 20 километров такой живописнейшей дороги. Ну, с нами, естественно, Дюша Метелкин и Вася Пчелкин. Все нормально, все в сборе. Как вы видите, вот эти тучки, облака могут сыграть жилую шутку. Вот такая тетя у нас woman. Есть тоже. Да. У нас вумен такая есть. Помните? На этом самом Алании в центре. Вот такая красивая, хорошая трасса. Красивейшее побережье мы видим здесь. Вот такой большой-большой залив, бухта. Там вот вдалеке виднеется какой-то отдаленный район Каша. Не знаю, как он называется. Сами его только первый раз увидели. Дороги здесь очень живописные. Вот сейчас от Каша и дальше к Капуташу дорога более-менее. А до Каша дороги жуть вообще просто. Это такие дичайшие серпантины. Хотя везде дорога такая хорошая, асфальтированная, все безопасная. Но очень-очень извилистая. Смотрите, как красиво. Правда же? А мы, кстати, помыли лобовое стекло, и теперь у нас, как у людей, нормально, более-менее нормальная картинка получается. Не мы помыли, а Сережа помыл. Мы, естественно, ничего не делали. Я говорю, что мы уже просто счастливые люди, только из-за того, что мы можем просто вот сейчас ехать, созерцать вот эти вот все красоты. Вот эти вот низкие какие-то посаженные горочки, то есть горы, и вот эти вот острова. Бухты, острова, то есть вот это синее море, то есть вот это вот, ну вот как-то так вот, ну это же интересно, красивейшая дорога на самом деле. Да, очень красиво, да, острова. Похоже, на Новороссийскую дорогу, но прям идем вдоль моря, это круто. Прям по кромке моря. Практически как в игре Асфальт 7. Асфальт 7? Я не играла, не знаю. Need for Speed. Need for Speed? Да, вдоль моря есть трассы. Но, правда, это в загнивающей Америке или Канаде. А вон, да, какой грот. Через леса. Какой-то раз, чисто гротик. Все видят. Да, посмотрите, какие расщелины. Посмотри. Красивые. У нас сегодня чистое стекло, поэтому все нормально. Красиво. Смотрите, как красиво. Ну, давайте тоже с нами поучаствуйте. Вы тоже это все видите, друзья наши. И мы очень-очень рады вам все это показывать, эти красоты. Это необычно. И для нас хорошо, немножко необычно. Хорошо, что на обочине мусора нету. А то же бывает, туристы выбрасывают. Местные не гадят здесь. Да-да. Никогда. Это все вот туристы. Видите, какие... Вы готовы увидеть самый красивый пляж в Турции? Готовы? Давайте разворачиваемся. Какая красота! Это потрясающе красиво! Обалдеть.
вас привезли. Фуфло какое-то. Полетели комментарии в защиту. Полетели в комментарии в защиту, да. Фигня. Фигня? Солнце светит, невозможно смотреть даже. Извините, мы выбирали место, чтобы солнце, время, чтобы солнце подсвечивало воду бирюзовую. Ничем не угодишь, понимаешь, этим зрителям. Прям всем недовольны всегда. Не все, о, больше не будем. Хейтерами воняет. Капец. Так, ребятушки, мы идем вниз. Сейчас собираемся с духом и спускаемся вниз. Сережка будет купаться в Кабуташе! Ура! Мы за всех вас покупаемся. За всех вас, Сережка. За набережные Челны. Набережные Челны. Спасибо. Спасибо, что мы здесь. Мы, это была наша мечта. Попасть в это прекрасное место. Благодаря вам, ребятки, мы сюда доехали. И не пожалели, честно, это очень-очень круто. Спасибо вам, все, кто нам помог, кто нам прислал на донатики, все, всем благодарны. От чистого сердца. Я же сказала, что эти денежки, которые вы нам прислали на путешествие, они не пропадут. И не будут потрачены ни на что, кроме путешествий. Так, начинаем наш спуск. На... Спускаться, не подниматься так-то. Еще раз всем спасибо. Мы вас обожаем. Ну а ждем в субботу на стриме. Будем рассказывать, как это у нас все тут устроено. Итак, мы внизу, друзья. Внизу, это какой песочек желтенький, мелкий-мелкий. Людей много, купаются много, что будет. Не знаю, залез, не залез. Сережка в плавках. Ну что, вторая половина ноября. Сережка на Кабуташе. Сказал, все равно какой. Подожди, я с тобой не угонюсь, я же с камерой. Ну давай, покажи красоту. Thank you.
Все, твоя мечта исполнилась? Да. На Капуташе искупался? Да. Да? Холодно? Нет. Нормально? Сначала чуть-чуть неприятно, потом. Да.